Не просто украшение интерьеров, а средства пропаганды и зеркало времени. Все это советский фарфор. Масштабная выставка изделий из белого золота открылась в Пермской художественной галерее. Здесь впервые показывают коллекцию, собранную за 70 лет. Репортаж Юлии Зыковой. Эти тарелки и чашки не просто столовые приборы, а фарфоровые пропагандисты. В качестве декора здесь лозунги и символика молодого советского государства. В 20-е годы прошлого века агитфарфор стал еще и экспортным товаром. Его прозвали «первый полпред СССР за границей». На международной выставке в Париже в 25-м году советская экспозиция изделий из так называемого «белого золота» получила высшую награду. По просьбе западных коллекционеров государственный фарфоровый завод тогда выпустил дополнительную партию предметов. Некоторые из них можно увидеть в Пермской галерее. Коллекция интересна, уникальна, не просто интересна, уникальный вот агитфарфора, потому что очень мало агитфарфора все-таки у нас в стране осталось. У нас около 100 произведений, которые можно отнести к агитфарфору. Но это совсем небольшой период, так исследователи, историки искусства определяют, это 18-23 год, когда, собственно, вот создавался этот фарфор уникальный, агитфарфор. Но надо сказать, что он существовал, это направление, и в конце 20-х годов, и даже в начале 30-х годов. События в политике и экономике, науке и культуре оставляли отпечаток и в фарфоре, в его формах и декоре. Вот изделия 30-х годов, принятие Конституции, которая определила существование автономных республик и национальных округов. А это экспедиция под руководством Ивана Папанина. Ученые отправились тогда на Северный полюс и провели на дрейфующей станции больше 200 дней. От миниатюрных статуэток до вот таких монументальных ваз. Всего здесь представлено более 200 произведений из фарфора, многие из которых показаны впервые за долгие годы. Массивные вазы начали создавать тогда же, в 30-е годы, к особо торжественным датам. Образцами для мастеров послужили древнекитайские изделия, которые до революции украшали залы Эрмитажа. Фарфор из собрания Пермской галереи здесь дополнен изделиями из частных коллекций. Кроме того, на выставке показаны и фотографии, предоставленные Московским мультимедиа-арт-музеем. И вот здесь мне очень важно было показать как бы взгляд документальный через фотографию и взгляд художественный через произведение искусства. Такие выставки, мне думается, это как связующие звенья. Мы должны знать эту историю, мы должны передавать ее нашим детям. Взглянуть на жизнь страны Советов через фарфор и фотографию можно до середины сентября. Во время работы этой выставки в художественной галерее проведут и серию лекций по советской истории. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.